Здравствуйте, в эфире Вести Чукотка, в студии Владимир Никитченко. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Госавтоинспекторы города Атомщиков разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок. В полицию о происшествии сообщили медики. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Полицейскими установлено, что 38-летний местный житель ехал на самодельном снегоходе со своим несовершеннолетним сыном. И в 630 метрах от Билибина не справился с управлением. Транспорт опрокинулся, в результате чего ребенок и получил травмы. Отмечу, что у водителя отсутствует водительское удостоверение, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. Мужчина был трезв, в медицинской помощи не нуждался.